Всем привет, дорогие друзья, с вами Лайков, и добро пожаловать на прохождение Лего Гарри Поттер. Так. Погнали. Так, дорогой Ник. Ник. А, вот куда нам нужно. Тебя вижу. Здравствуйте, миссис Помфри, или как вас зовут? Привет, Гарри! Привет, ребята! Что происходит? Я стал сильнее, красивее. Эх, гипофрифик. Мы тебя потеряли. Разве что нельзя изменить? Можно же воспользоваться меховиком времени. Где она только упрятала, конечно, мы. Остается нам только догадываться. Меховик времени, ребят. Меховик времени. Можно отправляться в будущее. Либо в прошлое. Нет, прошлое, наверное, не будущее. Вот как там. И Дамблдор нас попросил спасти две жизни. Это Гиппогриффа и Сириуса Блэка. Давайте для начала спасим Гиппогриффа. Надо отвлечь нас. Мы же зашли туда. Нифига, целую тыкву накинула. Все, мы предупредили себя в прошлом. Что, нужно уходить? Так, тут мандрагошка, который будет орать, кричать, визжать. Давайте переоденемся сразу, чтобы не... Так, для начала нам нужно освободить нашего друга питомца Гиппогриффа. Клювика вроде бы его, да? Называли Хагрид в фильме. Мой Клювик. Так, что-то давно он тут не полол. Что тут скрыто от глаз долой и сердце вон? Отлично. Так, водичка с рыбкой и Клювик, пора кушать. Отлично, одну цепь из трех мы с вами освободили. Притом еще что-то разбил тут. Давайте берем. И это что за шатан машина? Клювик. Кушать. Отлично. Клювик, ты свободен, лети! Блин, а вот тут как раз на нас оборотень нападает, ребята. А, Клювик, пас. Или апорт? Апорт вроде бы. Ау! Любовные позывы? Нам надо что-то найти, что можно увеличить, в принципе, громкость. Вот, в принципе, вот эта штука подойдет. Так, подожди. Дядь, ты чего? Блин, надо быстрее улей разрушить, а то они так и будут появляться. Че, мы еще и плюс студенты, ребят, спасли с вами. Отлично. Так. И куда тебе? Часть деталей граммофона. Угу. Надо их собрать, я так понял.
Так, освободите. Наверх надо подняться. Так. Тут, походу, болото было. Ах, вы паршивые фиксики. Смотрите, они что тут? Тучки держат. Я тучка, тучка, тучка. Я больше не медведь. Все. Дорогие лягушки, отправляйтесь домой. Замечательно. Так, Гермиона. Пожалуйста, вашего кота в студию. Что тут скрыто? Еще одна деталь скрыта. Отлично. А. Давай выбирайся, Гарри. Я верю в тебя, ты можешь. Отлично. Так, собрали. Так, куда, куда? Отпустите. Башбуш до нас. Это как граммофон называется, да, ребят? Напишите, кто знает, как правильно называется вот эта штука. Вроде бы граммофон, или как-то так. Так, это что? А, это пластинки у нас, да, и понял, понял, понял. Да, блин. Нет. Это не та вроде бы песня. Какие скелеты? Там живое вроде бы что-то нужно, да, своим. Может быть вот эта пластинка? А это саундтрек из фильма, кстати. Так, и это нам дали, правда, граммофон? Подождите, мы для другого, что-то, походу, не хватает еще граммофоне. Это какой-то клад. И что там? И сундук превращается. Сундук превращается. Недостающую деталь. Эх, я так был молод. Недостающую деталь превращается наш сундучок. Тут главное, вот бы не упасть. Гарри, Гарри. Отлично. Хоп. Хоп, але. Так, мы уже проучены. Ух. Давай, Гарри, крути. Время-то не ждет. Гарри, что ты сделал? Господи, все приходится самой делать. Так, я наколдую. Мы же колдуны. Любовь. Подождите-ка, вы меня обманули, и я вас сейчас за это разорву. Ой, здрасте. Ух, а себе гиппогрипп с нами. Гарри, как неудобно получилось. Так, а тут озеро с дементорами. Сейчас должен прийти отец Гарри. Я же его видел. Но это был не отец Гарри. Это был сам Гарри. Та-дам! Вот это поворот. Так, а мы что здесь должны сделать тут? Нет, походу что-то другое должны с вами делать. Ну, давайте, ладно. Там, видим, там лианы. Что-то удерживает.
Как это что у нас? Так, ты меня поднимешь, Гермиона? Гермиона, поднимай меня! Так, ты меня давай поднимай. Так, так. Почему ты не поднимаешь? Поднимай меня, Гермиона! Разве тут не должны помогать друг другу? А может тут всякие растения убрать? Гори! Гори! Гори ни о чем. Так, ладно, попробуем что-то другое изменить тут. Что тут скрыто? Тут ничего. Что-то не то. Что-то я, походу, не то делаю. Так, лишнее все уберем. А! Вот как надо было это делать, только не подумайтесь, пожалуйста. Отлично, и большой снежный ком приводит к действию. Вон чего, а вон как это было, для чего технологии дошли, гори. Ты же умеешь, давай. А ну-ка, подожди. По одному налетай, народ, на чужой огород. Двойный выстрел. Хопа-хопа. Получайте по щам. И последний, ребят. Получай по щам. Ура! Мы справились с этим. Мальчик, ой, нифига себе ты его поднял. Так, а его в клетку. Отлично. Ребята, прошли уровень. Вот такой замечательный уровень был по спасению Сириуса Блэка и по спасению гиппогриффа Клювика. Правда, мы Сириус Блэка еще не спасли, но спасем, надеюсь, в следующей серии его освободим из клетки. Ребят, подписывайтесь, кто еще не подписан, прожимайте лайки, кто еще не прожал, пишите ваши веселые знатные комментарии, поддержите меня своим веселым комментарием или знатным лайком. С вами был Лайков, всем пока!